Джанни Родари. Мартышки-путешественницы. Однажды мартышки, что живут в зоопарке, решили отправиться в путешествие, чтобы пополнить свое образование. Шли они, шли, а потом остановились, и одна из них спросила: «Итак, что же мы видим? Клетку льва, бассейн с моржами и дом жирафа», — ответила другая. «Как велик мир! И как полезно путешествовать!» — решили мартышки. Они двинулись дальше и присели передохнуть только в полдень. «Что же мы видим теперь?» «Дом жирафа, бассейн с моржами и клетку льва». «Как странен этот мир! Впрочем, путешествовать, конечно, полезно». Они снова тронулись в путь и завершили путешествие только на заходе солнца. «Ну а теперь что мы видим?» «Клетку льва, бассейн с моржами и дом жирафа». «Эх, как скучен этот мир! Все время одно и то же. Хоть бы какое-нибудь разнообразие. Нет никакого смысла странствовать по свету». Еще бы. Путешествовать-то они путешествовали, да только не выходя из клетки. Вот и кружились на одном месте, словно лошадки на карусели.